Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Иногда брак женщины запрещен временно, в силу каких-либо обстоятельств. Как только не остается причин, препятствующих заключению брака, запрет теряет силу. Давайте узнаем подробнее о женщинах, заключение брака с которыми запрещено мусульманину. А после просмотра, кто мусульманин, тот ставит свой щедрый лайк, чтобы мы все знали, сколько мусульман смотрели это видео и получили от этого, иншаллах, пользу. И не забудьте поддержать нас, подписаться на канал Ислам ТВ и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И смотрите видео до конца, чтобы не понять меня неправильно. Дорогие братья и сестры, цель каждого мусульманина – донести истину до своих братьев и сестер, а без вашей помощи я не смогу этого сделать. Женщины, заключение брака с которыми временно запрещено, делятся на 6 видов. Первое. Женщина, которой трижды дали талак – развод. Согласно положениям ислама, трижды разведенная женщина не имеет права выходить замуж за своего супруга. Эта женщина должна сначала выйти замуж за другого мужчину. Между ними должен произойти половой акт. И только если этот муж разведется с ней или умрет, первый муж получит право вновь заключить с ней брак. Разумеется, при этом она должна выдержать срок идды. Об этом Всевышний Аллах в Коране говорит, смысловой перевод. Если же он дал ей развод в третий раз, то не разрешается она ему после, пока не выйдет она за другого мужа, и между ними произойдет близость. А если тот, за которого она выйдет замуж, даст ей развод, то нет греха над ними, имеется в виду над ней и на ее первом муже, что они вернутся друг к другу, то есть к супружеской жизни, если оба они думают выполнять установления Аллаха. Таковы установления Аллаха, которые разъясняет он для людей знающих. Сура Аль-Бакара, аят 230. Что же касается талака, то нежелательно заявлять о разводе сразу более одного раза. Следует ограничиться однократным разводом, поскольку это позволяет мужу как достичь желаемого, так и вернуть жену обратно, если он изменит свое решение в течение установленного срока идды. Если же он сразу даст жене троекратный развод, то он не сможет соединиться с ней, пока она не выйдет замуж за другого и не произойдет близость с ним. И только после развода с ним или его смерти она может снова выйти замуж за своего первого мужа. В любом случае, прежде чем принимать такие радикальные действия, изучите этот вопрос, советуйтесь с имамом. Никогда не принимайте такие решения в порыве гнева, опираясь на свои знания и разум. Второе. Пятая супруга. Мужчине, у которого 4 жены, запрещается жениться на пятой. Аллах в Коране говорит, смысловой перевод. Если вы боитесь, что не будете справедливыми к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам. На 2, 3, 4. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости или бедности. Сура Ан-Ниса, аят 3. Также передает, что Салим рассказывал со слов своего отца, что когда Гейлар ибн Салама принял ислам, у него было 10 жен, каждая из которых также обратилась в ислам. Тогда пророк, алейхиссаляту вассалям, приказал ему выбрать из этих жен 4. Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи. Ибн Хибан и Аль-Хаким назвали его достоверным. Тем не менее, Аль-Бухари, Абу-Зар и Абу-Хатим сообщили, что у этого хадиса есть скрытые недостатки. Из этого становится ясно, что если бы было дозволено иметь больше 4 жен одновременно, то пророк, алейхиссаляту вассалям, позволил бы Гейлару оставить их. Но он повелел оставить 4 и развестись с остальными. Если это решение относится к тем, кто недавно обратился в ислам, то оно, естественно, относится к тем, кто желает жениться больше, чем на 4 женах, одновременно уже будучи мусульманином. Третье. Брак на 2 сестрах одновременно. Мусульманину запрещается заключать брак с сестрой, тетей или внучкой своей супруги. При этом это не имеет значения, кровным или молочным родством связаны эти женщины. Мужчина получит право жениться на сестре или тете жены только в случае развода с супругой
или ее смерти. Четвертое. Чужая супруга. В исламе брак с чужой женой является харамом. Женщина может быть супругой только одного мужчины, и жениться на ней можно только после того, как ее муж даст ей развод и пройдет срок идды. Пятое. Женщина, выжидающая идда. Запрещается брак женщины, которая выжидает срок идды после развода или смерти мужа. Идда после развода. Это период времени, в течение которого женщина после развода не имеет права снова выходить замуж, если муж имел с ней половую близость. То есть существуют следующие сроки, в течение которых женщина, имевшая близость с мужем до развода, должна выжидать и не имеет права выходить замуж. А. Три менструальных цикла очищения, если у женщины бывают менструации. Б. Три лунных месяца, если она не имеет менструации. В. Если женщина беременна, то она должна выжидать время до рождения ребенка. Об этом Всевышний Аллах в Коране говорит, смысловой перевод. Те из ваших жен, у которых прекратились месячные, то есть отчаялись в приходе месячных, если вы сомневаетесь, то установленный им срок 3 месяца, как и для тех, которые не достигли месячных. Для тех же, которые беременны, установленный срок до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, тому он сделает в своем деле легкость. Сура Ат-Талак, аят 4. Шестое. Женщина, не относящаяся к людям Писания. Вот здесь, внимание, не перепутайте. Мужчине-мусульманину запрещается жениться на идолопоклонницах и огнепоклонницах, на атеистках или последовательницах различных сект. Запрет перестает действовать только если женщина примет ислам. Мусульманин имеет право жениться на иудейке или христианке. Согласно мнению некоторых ученых, такой брак разрешают ученые-ханафиты, хотя и считают его нежелательным. Но запрещают ученые шафииты. То есть вы должны понимать и осознавать, что под пониманием люди Писания – это те, которые признают, что Иисус Иса не сын Бога, а пророк, посланник Бога. И пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, является последним, заключительным посланником Всевышнего для всего живого на земле. Именно так мы должны понимать под словами «люди Писания». Но никак иначе. Национальность или гражданство не имеет никакого значения. Как вы поняли, брак с такой женщиной не поощряется, но и не запрещается. Но категорически запрещается выдавать девушку или женщину-мусульманку за иудея или христианина. Если же она вышла замуж, это считается прелюбодеянием. Заключение брака с лицами, поклоняющимися идолам, животным, людям, небесным светилам и силам природы является харамом. С ними заключить брак можно только после того, как они раскаются и примут ислам. Дай Аллах, чтобы все мусульмане были на праведном пути. Скажите аминь. Спасибо вам за то, что следите за нашим видео. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Ислам ТВ. Да поможет нам Аллах соблюдать сунну пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и идти по его пути, дабы заслужить его заступничество в день суда. Аминь. А Аллах знает истину. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижников, и его семейство. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.